Итак, сегодня находились, прибыли домой, сейчас пойдем в баню. А для вас наступит утро. Бумс, день второй. Не поехали мы к агроферме, дожди лили с утра, крышу надо было делать. Приехали в другое место, полазить, поискать дорогу в лесу. Вот сидим минут 20, пережидаем тучу черную. Вроде сейчас прекратилось, да. Сейчас покажу погоды, конечно. Вот такие погоды нынче стоят. И вот одна за другой шурует. Вот. А дорога наша вот туда уходит. Она здесь была. Сейчас пойдем. О, жопа лося. Полчаса поливал. Может даже больше. И вышло солнце. Все, сейчас, как и говорил, туда пойдем, что-нибудь найдем, ну да, и далеко не пойдем, чтобы не накрыло. Господи, еще задремал, что-то пока ждали. Смотрите, какая хреновина на дереве. Вот интересно, это чага или нет? Береза вроде. Продолжается. Что продолжается? Люб там гильзы копает. Напишите, кто знает. Так, оттуда мы ретировались, то что там ходить невозможно. Все заросло, еще и эти полезли. Корни. Товарищи лосиные мухи. Смотрите, какое дерево. Ель это. Нет, это береза. Это береза. Как это ни странно. В чем она какая-то такая? Карат не берет. Да нет, это не береза, Люб. Или береза? Осина, конечно. Береза. Хрена себе. Сигналов здесь очень мало. Да мы здесь, кстати говоря, толком и не ходили никогда. Первый цветной. Хрен. Показываем. Вот ты варвар. Я знаю. Но иначе никак не выковыришь. Меня попросить. Слышал? Угу. Посмотрим сейчас, что это будет такое. Либо совет, либо проволока. Либо какая-нибудь шнага. Шмурдячка. Да тут где-то. Вот тут прям. Что там? Дробина. Е-мое. Пока не то, что мы искали. Даже не совет. Здесь можно даже онлайн поснимать, здесь сигнала будет мало. Ребята, в том лесу ходить, короче, после ливня, в ливне вообще нереально. Куча папоротников, приборы поют. Короче, морочь. Не выдержала душа поэтов. Полезли мы навспашку на чудо-поля. Блин, фокус-то где? Вспашка грубая. Вот фокус. Попробуем. Первый зеленый кружочек убитый. Ползем. Супер фитнес. Ноги охреневают. Пуговочка вот такая выскочила. Что там нарисовано-то? Непонятно. А! Че? Герб там. Какой? Якорь. То ли два якоря, то ли фига, непонятно.
Да, припрыжку здесь ходить, конечно, весело. По колее, по тракторной вот идем. Блин, где фокус? Более-менее. Очередной зеленый кружок. Это что-то там даже на патину похоже. Ну, она отвалится, вот эта зеленка. А ее нельзя это. Трогать, она, ее надо консервировать. 69-й год. Даже коняшку чуть-чуть видно. Да, идем. Вот кто давно на канале, помните куст? Вокруг него очень много чего подымали. Полтину, медаль Николаевскую, пятак Катин. Так, у меня, я так понимаю, полушечка. Да, здесь вообще жесть запахана. Как эти, как пауки такие лезем по этой штуке. Но интересно. День третий. Перебрались вообще в другой город. Отсюда ближе. Это откуда? С дороги вон сюда. Стой? Угу, давай там встанем. Вот, самое, переехали в другой город. Вчера закончилось все тем, что мы офигели, честно, лазить по этому. По грубой пашке, блин, все, язык заплетается, по грубой вспашке. Вот, значит, переехали в другой город. Лезем на церковную землю, которая сейчас находится в лесу. Заехали под Лепину, но отсюда дальше. Мать твою, еще застрянь мне здесь, блядь. Где? Так вот прям вон. Да зачем я сейчас выйду спокойненько? Мне лень просто мост передний включать. Ладно, включусь, когда дойдем. Так, ну что, вошли в лес. Вошли в лес. Вот нам по прямой туда 300 метров до начала церковной земли. Здесь такой вот молодной порослью все. Заросло порослью. Ух, такое. Масло масляное. Там дальше еще и ельник должен быть посаженный. Но проверить место нужно. Поэтому движемся. Движемся. Так. Сидим на бревне, рассуждаем. Ельник прошли, только чернина. Мы особо не смотрели, на обратной дороге полазим поподробнее. Паутинки прикольные. Пауки задолбали. Маленькие, злые, кусачие, заразы. Короче, вот здесь где-то начинается граница церковной земли. Она частично дальше на поле, частично вот здесь где-то в буреломе. Как обычно, неожиданная находка просто. Покажу сейчас. Хренак. Сейчас, где солнышко? Нет солнышка, нет фокуса. Вот фокус. Короче, пятак низкопрофильный, 1860 года. Надо будет очищать его. Прям сверху валялся, вообще сверху. Значит, здесь что-то теряли. Но сопутки пока больше... А, этот был как его? Подковка. Подковка каблука. Вот. Ладно, сейчас здесь покрутимся. Там был сигнал, сейчас кружимся здесь над бревнами, под бревнами. Господи, третий день копаем, уже язык заплетается. Я тут, есть. Серебро. Серебро, да? Вообще охерительно, а какое? 20 копеек, 68-го года. Двадцаточка. Ну, вообще не зря сходили. Вообще рядом с дачей. Просто вообще. Нет. Тех же годов. 68-й год. Блин, что-то у меня камера, конечно. Ну, камера все же. Продолжается, да? Давай. Сочувствую, придется бревна поднимать.
большое бревнышко-то. Блин, есть фокус или нет? Я не могу понять. Вроде есть еще. Блин, гад, укусил. Поглубже. Он не везет. Сейчас еще до церковной земли мы не дошли. Ну это край. Прям на краю стоит. Ну где-то да. Знаешь, что тут смещение идет. Бережно. Ну что значит еще везуха? Я сейчас здесь ходил вот между бревнами, вот здесь ничего не было. Медь, да? Медь. Большая. Крупная. Сейчас я ее оботру метр. Так, двадцатничек сюда сейчас посадим. Вот вчера, да? Мокрый день. Особо ничего за день не нашли. Это уже трояк. Ну, понятно, что не пятак. Тоже низкий профиль, скорее всего, если уж они здесь. Ни хрена, Николаевский фронт. Да ладно. Ну, может быть. Ну, Александровский тогда скорее. Но я не вижу. Давай я на камеру посмотрю, разгляжу, может. 69-й. Ну, тех же годов. Да, пятак. А, это пятачок, да? Да, но уже более поздний. Пятачок. Ну ладно, пока отключаюсь. Так, возле бревна пока больше ничего нет. Но возле следующего бревна есть. Оттираем. 76-й. Тоже такой же, да? Да. Трёшка. Или пятак? Пятак. Комарьё тут злое. Голодно. Слушай, да они в сохране. Да. Глубоко. Вот такая монеточка. Отлично. Да крупняк. Ребят, черный сигнал сейчас был. Вон там. Опа! Знатоки, подсказывайте. Но это не ножик. Это какая-то штуковина. Похоже то ли на наконечник, то ли на что-то такое. Я в них не силен, а Люб тоже. Поэтому просим подсказки. Вот такая. Да, гремит сильно. Вот двигаемся по направлению вот этих бревен. Вот они. Здесь вот этот наконечник. Дальше идем. Вот он. Где? Вот она. А, сейчас снимем. Оп. Извлекай. Фу. Уже опять Николаевский. И парит. Духота. Духота страшная. Протрем. Твою мать, это вот надо за 700 километров куда-то ездить, чтобы потом... Чтобы потом около дачи. Около дачи монет. 75-й. Я же года. Пятак. Пять пятак. Что-то дофига их были, этих пятаков. Ну, сохран неплохой, в принципе. Ну, наконечник меня вообще удивил. Но это не стрела, это вот что-то какая-то... Это вот какая-то... Какая-то вот... приблуда. Ладно, ребята подскажут, я надеюсь, кто вот, ну кто знает, кто разбирается. Что мы наконечник вообще за всю историю своего копа первый раз вот что-то подобное находим. У нас их в принципе по определению там нет, где мы копаем. Вернее, может быть, они и есть. Но культурный слой, конечно, очень а там глубокий. Интересно, находимся. Черт кто знает, посмотри. Ладно, а там гроза долбать, сейчас будем дерево искать. Спрятаться. Так, рядом с пятаком. Вот так вот. Да? Копай. Два серебра еще рядом. Еще двадцатка 77-го годика. И по
крайней мере, у меня показывает, что... Ну, у меня что-то бляхало там, но я не это. И десятка... 76-го. Да пусть гремит. Пока так. Может, стороной обойдет. Тас эти грозы задолбали. Ну, куда деваться-то? Побал такой. Бывал это. Да уж. Смотрели сейчас по карте, здесь прям граница церковной земли идет. Оп! Они и здесь попадаются. 20 копеек в квадратике. Продолжаем поиск. Так, ребят, вторая волна грозы, пережидаем. Очень похоже на дорогу, вот. И смотрите, что. Опа! Обалдеть, да? Круче, чем монетки. Блин, льет-то как, а? Ладно, чтоб камеру не утопить. Вторая волна прошла, но все равно льет, но под деревьями ничего. Вернулись, даже яму еще не закопали. Еще, походу, один. Ребят, рассказывайте, что это такое. Мы не очень разбираемся. Мы вообще не разбираемся, убирай. Походим еще, посмотрим. Видишь? Ну, не то, что вижу, я ее снимаю. Видите? Прикольно. Она, так на она смотрит на нас. Интересно. Оп, заныкалась. Не, она на бревне. А, вижу. Он опять под бревном. А у нее там нора, наверное. В этом бревне. Да нет, конечно, сейчас уйдем. В мире животных. Ну, в принципе, вечереет. Конинка была, пуговка какая-то. Ну и следующий. Двадцарик, 74-й годик. Забираем. День четвертый, заключительный. Время у нас чуть-чуть. И пилим в Москву. Лазим примерно по тому же лесу, только с другой стороны. Первый цветной сигнал. Странная фуга гирька. Серебристая. Походу по серебряной. Наверное, посеребрёная, да. Вот так вот. Итак. День последний, завершающий. Ничего нам не дал. Две пуги гирьки только нашли. Вот одну снимали, вторую не снимали. Умучились уже по этим палкам лазить. Комары жрут, жара, что-то сегодня 28. Короче, трогаемся в Москву. Отчет. Ну, это, по сути, как бы за три дня ходовых. В общей сложности, по-моему, 30 монет насчитали. В зачет уходит пол копейки 28-го года редкое. Серебро, пятаки. Ну, все остальное советы, какие-то империоны, Екатерины, Полушки. А, 24-й год копейка, 24-й год двушка, надо отмачивать. Эти не знаю, ну, это точно наконечник, абсолютно. Как бы это ежу понятно. А вот этот с ним в одной яме лежал. Вот что это такое? Ну, похож на наконечник тоже. И этот недалеко. Просим подсказок. Ну, мы фотки, скорее всего, заранее прилепили. На этом откланиваемся. Всем пока!